третий концерт для фортепиано с оркестром до минор. Сочинение 37-е. В трех частях исполняют Элисо Версаладзе и Большой симфонический оркестр Гостелерадио Союза СССР. Дирижер Арнольд Кац.
Бетховен, концерт для фортепиано, скрипки и виолончели, до мажор, сочинение 56-е, в трех частях, вторая и третья без перерыва. Солисты Элисо Версаладзе, Олег Каган, Наталья Гутман. Дирижер Арнольд Кац.
Thank you.